Социальные и земельные вопросы, предложения по благоустройству и строительству, просьбы и предложения жителей обсудили на личном приеме граждан главы городского округа Андрея Булгакова. Нина Федоровна обратилась за помощью в оформлении земельного участка в собственность. Глава поручил волонтерам помочь с подачей заявок на госуслугах, а сотрудникам профильного управления сопроводить все этапы. Людмила Геннадьевна подняла вопрос безопасности пешеходов у школы номер 20 в Загорянском. На следующий год запланировали обустройство тротуара, смену скоростного режима и обновление освещения. Управлению дорожного хозяйства поручено проанализировать дорожную обстановку и сделать движение здесь более удобным для водителей и пешеходов. В музейной части школы номер 16 потолки требуют внимания. Просьба услышана. Запланировали косметический ремонт. Все вопросы, с которыми жители пришли к главе на личный прием, переданы в работу и будут реализованы.